Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Обязательно подпишитесь, потому что у меня очень много вкусных рецептов. Сегодня мы с вами продолжаем готовиться к Новому году и сделаем очень вкусную новогоднюю закуску из самой популярной рыбки, из селедки. Нам понадобится черный хлебушек, свежий огурец и свежая петрушка, маслины, селедочка, сливочный сыр, горчица, шпажки и вот такой вот стаканчик для вырезания канапе. И сначала мы с вами нарежем хлебушек. В принципе, вы можете взять квадратные кусочки хлеба и нарезать их там просто на квадратики. Но мы сделаем по-другому. Мы возьмем хлеб и вырежем из них вот такие вот кругляшки с помощью стакана. Самое здесь сложное – это доставать кусочек хлеба из рюмки, но в этом нам поможет маленький ножик. И, кстати, 60% рыбы в России приходится на селедку, мойву и скумбрию. Это самая популярная рыба, которая продается в магазинах. Вот такие у нас получились кружочки. И теперь мы берем огурец и нарезаем его кольцами. У нас все готово, теперь мы можем собирать наши бутерброды. Нам нужно каждый кружочек смазать немножко. Сначала горчицей, а потом сверху сливочным сыром. Основа для бутербродов готова, теперь можно складывать все остальные ингредиенты. Сначала мы кладем огуречек, затем селедку, затем лист петрушки и сверху маслину. И скрепляем все это вот такой вот красивой шпажкой. Если шпажки нет, можно использовать обычную зубочистку. На самом деле селедка – это не просто селедка, есть разные виды рыбы. Например, есть атлантическая селедка, тихоокеанская – это самая популярная, которая у нас продается. Есть еще азово-черноморская, каспийская и беломорская селедки. Их встретить можно реже, но они тоже очень вкусные. Они все отличаются по вкусу, и если вы попробуете все эти виды рыбы, вы уже начнете в селедке разбираться. Посмотрите, какая красивая закуска у нас получилась. Она очень легко готовится. Мы ее сделали буквально за 15 минут. Но выглядит она невероятно празднично. Мне кажется, она и на новогоднем столе будет хорошо смотреться. И если, например, к вам 1 января придут гости, вдруг, внезапно, вы можете легко и просто соорудить такую вот закусочку. Давайте попробуем. Жевать ее дольше, чем готовить. Слушайте, мне очень понравилась пикантная горчица, слегка солененькая селедка, свежий огурец. Это прям очень интересное, необычное сочетание. Я раньше такого не делала. Я почему-то огурец все время использовала с красной рыбой, селедкой. Не додумалась. Очень вкусно. Если хотите, можно селедки, конечно, положить побольше, горчицу использовать поменьше. Тут все дело вкуса. Нужно один раз приготовить, и вы уже поймете нужное количество ингредиентов. Обязательно готовьте это блюдо, делитесь своими отзывами в комментариях, ставьте лайк этому рецепту, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами еще увидимся. Пока!